Свыше 29 тысяч пензенских школьников приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Проверить свои знания могли ученики с 1 по 9 класс. В качестве заданий ребятам были представлены реальные ситуации, уровень сложности которых зависел от возраста участников. Детям, в свою очередь, необходимо было найти правильное, безопасное решение. Всем участникам предложено ответить на ряд вопросов по правилам дорожного движения, относящихся к пешеходам, велосипедистам, лицам, передвигающимся на самокатах, роликовых коньках или других средствах индивидуальной мобильности, а также ответить на вопросы по правилам поведения пассажиров транспортных средств. Основной целью данного мероприятия является повышение уровня знаний и осведомленности школьников и их родителей в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. После того, как будут подведены окончательные итоги онлайн-олимпиады, все участники получат сертификаты, а победители – грамоты и дипломы.